Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить, что правильно, Devil May Cry 2. Я уже немножечко ненавижу эту игру. Точнее, мне немножечко... Я немножечко ее ненавижу, потому что здесь нету кнопки, блядь, которая отвечает за то, что ты можешь войти в какую-либо дверь. Сейчас соберем вот эту всю херню. Чтобы... открыть какую-либо дверь. Здесь нету никакой кнопки. Ты просто сам заходишь. В первой части это было продумано. Ты заходишь через кнопку. А в этой чертовой игре... На третьей, видите, вот здесь ничего не активировалось лишь из-за того, что вот здесь, блять, вот здесь, видите эту херню? Я просто здесь не, полчаса провозился, я вторую серию подряд записываю, я полчаса, блять, час почти даже провозился здесь, уже почти час ночью. Да, угу. Я молодец, да. Я начал снимать в 11, не ругаюсь. Вот к этой херне, видите, вот нажимаешь на любую кнопку, я скажу честно, я не догадался до этого сам. Ну, блядь, кто, как, вот зачем, блядь, нажимать на кнопку у ворота, когда, блядь... Я не знаю, мне можно спешу поехать? И что мне делать нужно? Мне нужно их сломать каким-то, блять, не обошлись каким образом? Ой, зачем я включил форму-то? Что от меня требовалось, я не особо понял. Ну ладно. А, мне надо было 8 шаров сломать, просто понял. Бля, я в шоке. Если тут так часто будет вот такая херня, это будет такая жесть. Такая непонятная херня будет тогда происходить. Вот кто вот додумался до такой системы, тот конченый человек. Прошу, я серьезно говорю, мне не нравится. Боевая система отлично сделана. Сука, нету кнопки, которая отвечает за любое, блять, твое нужное, за действие, которое тебе именно нужно. Ничего, блять, не отвечает. Гениально, хоть серьезно. Скажу честно, это вот кто придумал этот ход? Здесь кнопка B, вот, например, B, я нажимаю B, она возвращает меня назад. А действие, блядь, действие, вот, чтобы подтвердить назад, я нажимаю на букву A. Какого хера, спрашиваю? Ладно, все, хватит. Я высказался, все, можно продолжать. Я не знаю, сейчас давайте пожертвуем немножечко эту, давайте. Давай, скажи, что тебе от меня надо. Понял тебя. Есть еще мыши? Эти летучие мыши? Ну давай, где тут еще что-нибудь есть? Ну? Все, что ли? Закончились летучие мыши, больше ко мне никто не хочет подойти. Понял. Не надо так делать, спасибо, ладно. Это простительно. Отвратительная локация. Локация отвратительная. Нет. Нет. Это что там? Я почему-то по старой методике уворачиваться хочу. Что происходит? Почему я их развалил? Что это меня ломали? Блять,
происходит? Я не понимаю, почему. Здесь... Опа, не надо. Здесь так темно, что я, наверное, ничего не понимаю. Вернись просто тебе. Ни хера не понял, но очень интересно. Кстати, это оказывается Алластер из прошлой части. Весьма неожиданно. А, я понял. И здесь все-таки есть какие-то новые виды атак. Но они как-то... То есть эту паузу нужно сделать настолько малой. Ну, например, другая сейчас атака. Нет, такая. Ну, примерно похожего. Это что такое? Что за шарик? На Б нажал, на Б нажал. Посмотрите, что происходит, когда вы ударяете по этой сфере. Произойдет адский взрыв, да? Какая лютая сука. Дичь. Не надо мне вниз. Ой, кто придумал эту систему, блять, всяких уворотов и тому подобное? Гений человек. Кто придумал систему взаимодействия, кончен. Если это один и тот же человек, то он и гений конченый. Давайте так скажем. Я пошел не туда, я это понял. Я... Да. Нет, надо. Все, я вспомнил, куда идти. И я уже начал думать, что вот в та дверь... В та дверь то же самое. Все было то... Было логично. Блять. Лучше данный меч. Конечно же лучше. И что? Он просто улучшился? Вот смотрите, чтобы вернуться сюда, вот здесь, это, бля, это такая херня сейчас. То есть, действие, то есть, чтобы подтвердить, чтобы зайти в оружие, нажимаю на А, чтобы выйти, на Б, чтобы назад, и опять на А. Прикольно, да? А чтобы здесь куда-либо, что-либо сделать, я захожу через, не через А, а через Б, блядь. Гений, сука, гений, бля. Я ладно. Мое негодование будет, блядь, очень долгое. Да. Это вот до конца этой серии точно. Потом завтра. Завтра как-то. А, да. Понял вас. И эти щиты, кстати, я могу ломать. Если они в меня летят, но я этого делать не хочу. Давай, давай. Вот сейчас проверим. Блядь. Ладно, понял. Их можно ломать. Их можно ломать, но... Что ты тут мне? А, ты опять огненный свет? Да? Ну вот это с первой части. То, что меня бьет то, что может... О, не. Ой, зайди. Они еще и летают, блин. А, не нормально. А это Алластер, кстати, знакомьтесь. А, понял, в Алластере они какие-то слабые. Понял. Против Алластера ничего не было. Да куда же? Не надо. Я понял, после двойного прыжка он уходит в такое, в такое. Как же мне с ним, сука, сражаться, если я не умею летать? Вот, например, может через это? Хера... А, мне... У меня Алластер полный, почему?
это... Сейчас, секунду. Ты мне полностью Алластер устанавливаешь? Охереть, это полностью устанавливает... Хорошо. А, да, кстати, я заметил необычную эту... не то. Не то. Сюда. Враги, оружие. Мятежник, пистолет, не то. Приемы, не то. Где оно? Вещи. Не то. Да, вот. Амулет. У меня молниеное сердце, короче. Молниеное сердце. Добавляет силу молнии. Молнии вашим ударом во время демонического превращения. И все. Типа. Вот. Можно максимум использовать 3, как я понял, амулета. И где-то они будут в будущем мне попадаться. Давай. А, парящее сердце. Волшебный камень сердцем летающего демонической птицы. То есть теперь я умею летать в демонической форме, либо я просто умею летать. Так, амулет не поставлен, да, скорее всего. Я еще путаюсь здесь. А, нет. Позволяет летать во время демонического превращения. Хорошо. Отлично, сейчас давайте пополним ее на всякий случай. Хотя она у меня вроде полная, если не ошибаюсь, понял. Это так прикольно. Вот это прикольно сделано, это интересно. Так, а, задание выполнено. Спасибо, я понял. Это задание достаточно быстро. Я в шоке. Честно, я скажу, я в настоящем шоке. Я скажу честно, я в ахуе. Причем к тому путешествию от начала и до конца служит смерть. Не-не-не-не-не-не. Умирать я не намерен. Так, ну блин. Надо столб сломать. Да куда? Блин, там. Понял, нельзя. Погнали дальше. По темным переулкам. А где мы херово пойми? Лондон. Давайте пусть будет Лондон. Хотя это не Лондон, ни хера. Хотя, кто его знает, где мы сейчас находимся. Потому что... Ё-моё. Чё, босс уже, что ли? А, не всего. Спасибо. Прям в огонь пройдет. Я тебе покажу. По мне стрелять такой херней полной. Не надо, успокойся, конечно. Не того стреляет. Ах, ты неприятный человек. Неприятная личность. Где? Больно? Я его даже спас, сейчас больше урона получу от огня. Не знаю почему, но я нажимал сейчас все время на пле. Ну хорош. Ля. Тише. Тише. Что происходит? Иди-ка сюда, ты. Ты, зверь непонятный. Ты куда ты? Ну что ты? Четыре удара на обычном уровне сложности тебе нужно, хотя сколько мне нужно ударов, чтобы я погиб, не знаю.
Ну что же ты мне предложишь вещи? Малая звезда жизни, большая звезда жизни, святая звезда, которая очистит ваше тело. Ладно. 2000. Не, чую я в этой. Здесь не буду использовать особо вещи. Но здесь они особо и не нужны. Здесь управление все-таки удобнее. Как-никак. Собаки. Собаки. Точнее, одна огромная сука собака. А, это еще и кошка. Ага. Не надо. Ты что летаешь? Ну что это? Да что это? А, он не летает. У него несколько колодок потайки мне показалось. Даже нравится. Вот мне нравится. О, да. Ну так пока удобно. То есть у него атаки такие предсказуемые. Ага. Так, то, что сзади него заклонилось, мне не особо, блядь. Вам нравилось. А, ну то есть он до меня не может достать. Да нет, ты не того стреляешь, да. Ага. Ау. За что ты так со мной? Блин. Ладно. Ай-яй-яй. Стоп, там что-то было? Синий? Вот и все. Monkey around. Ага. Ключ. Ключ, отпирающий огромные ворота на пути от станции в гавани. И гавани. Так, ну... А, блин, это синяк. Вот, ладно. Ну, пока... И, то есть, очень легко. Опа. Ты что такое? Понял тебя. Так, от гавани... А чё, куда мне? Карта вот тут, вот, скажу честно, что мне не нравится в этой части. То есть, уже, кристалл с дименчевым многомерным становится ваша дорожка. Что не нравится в этой части? Карта отвратительнейшая. Меню, то есть инвентарь отвратительнейший. И что еще сказать про... Что я могу еще сказать про эту игру? Да все. Ну и, блядь, использование предмета тоже... Оставлять желательно. А, вот эти ворочки. А так игра мне более чем заходит. Так. Так, возможно, ворота там сзади где-то. В самом начале. Хотя стоп. Я зашел не в эти ворота, а в эти. В эти ворота, а не в эти. Хотя вот закрылись эти, если не ошибаюсь. Понял. Ну, я нажимаю на ворота, он может спокойно так бегать по стенам. Это интересный способ. Интересная такая... А, ты что? Вы использовали ключ? Спасибо. А тут я ключ не использую, знаете, вот в чем прикол. Ключ я использую только... ладно, все, молчу. Все, я успокоюсь. 1-1-1. 1-11. Почти 4-11. Спасибо. Так, следующее. Еще одну миссию можно будет, я думаю, заканчивать. Если она, конечно же, не такая короткая. Как прошлое. О! У нее много рук на одно сердце, так как она ждет охотника глубоко под водой. Ну, давайте предположим, что это гидра. Хотя, не думаю. Это какой-то осьминог, скорее всего.
Так. Спасибо. Еще выше. Мерси. А выше. О, еще куда-то можно было бежать. Что, я еще ничего не сделал. Я еще ничего не сделал, меня уже хотят атаковать. Я заметил синюю сферу слева. Вот она. А ну-ка, давайте-ка мне нафармите немножечко моего Алластер, давайте так назовем, потому что нету Алластер. О, вот теперь все нормально. Что еще? Вы мне что-то хотите что-то дать? Мне хотят дать возможность? Хорошо, спасибо. Я и, конечно же, вас уже. Синий шар, кристалл жизни, который увеличивает предел вашего здоровья. А что, так можно? Ну, обстрел пошел. Ну, блин. Я не могу. Ладно. Ладно, молчу. Все, я понял мою ошибку. Хорошо. А почему меня тот не бил? Не хотел, точнее, трогать. Ладно. Скажу ему спасибо. Сказал его не бить. Он боится. Но они не хотят меня даже атаковать. Что делает и как то. А, их даже несколько можно разом. Надо откинуть на себя. Жалко. ХП-то больше стало, да, я не отрицаю. Но вот урона-то больше не стало. Ну, давайте подумаем, что у нас здесь может быть. Ты за что? Давайте немножко подумаем. Ну, тут у него другие вообще, совершенно другие атаки. Ну, то есть, не считая первые. Ну, то есть, а, нет, у него все одинаковые, все те же атаки. А я думаю, сова, ну ладно. Не понял. Только не говори, что мне нужен полет для того, чтобы подняться наверх. Карта помощь. Что, блядь? Не, подожди, я пришел сюда. Как здесь интересно все сделано. Блять. Ладно, без подсказок это понятно. Здесь они, не нужны. Так, синяя же зеленая сфера для жизни. Так, нужно. Ну да, это скорее всего гидра, потому что, ну, либо, не знаю, большой лоханес, хочу думать. Я не думаю, что у него много рук. Могу разбить? Конечно же нет. Ладно, давайте тогда посмотрим, что нас ждет. Это что? Что нас ждет тогда здесь? Так, да там какой-то глаз или что это, блядь? Я не упал? Не упал, я могу еще не упал. Там предел. Что же это такое? Ну почему надо все бить? Ты, блядь, прикалываешься? Ясно, отлично. Пусть закрывается, пока я сюда хочу. Ну, мне нужна вот, чтобы добежать, так что... Что сейчас я его накоплю? И то, возможно, я полечу. Хотя бы просто побежу. Ну куда вы? Ты, Данте, не переключайся. Ну, почти. О, еще не нажимаю. Еще и ударил.
Я думал, он выживет. Опа! Вот. Конечно, пришлось спуститься вниз, но ничего. Кого это сейчас? Правильно. Кстати, я заметил интересный прикол. Когда стреляешь, можно еще раз прыгнуть после воздуха. То есть можно прыгнуть вперед, стрелять, еще раз прыгнуть. Бля. Вот это прикол, допрыгался, конечно. Так, я немножко нафармил, сейчас подождите. Надо потом будет туда вернуться. Эй, что там? Опять? Мою форму демоническую убираешь? А, не, качает ее. Это опять какое-то ожерелье. Прыткое сердце. Волшебный камень сердцем быстрого демонического зверя. То есть ускоряет мое движение. Я тебя... Я все понял. Я бы... Что, не успел? Ну ладно. Так, 5000 ни на что не хватает. Блять. 5000 ни на что не хватает. Так что мы идем скорее. Скорее бежим. А потом мы используем... Подожди. А, то есть я тебя понял. Понял. То есть либо то. Понял. Ну, не знаю туда. Ну, ладно. Что, опять драк? Блин, я же мог... Иди-ка сюда, где он там? Хотя не подожди. А сколько быстрее передвигаться? Сейчас даже мне интересно. Не пад, все равно. Он, кстати, стреляет медленнее, когда она начинает... когда я просто... Да ну не, Я хотел сказать, я чуть не сказал Итан, потому что да. Потому что резидент. Дан. Блять, это прикол. Ну давай. Вот так. Так, теперь у меня здесь вроде никто это, да? Никто не. Блин. Ладно. Погнали. Офигеть, как оно быстро открывается. Я понял. А, ну да, прям быстрее. Намного быстрее. Блять, убежал аж в самое начало. Сука, типи. О, да. Да, я не побежал ни туда. А если у меня не будет этой, то мне придется опять на камни. Тебя прикалывают? Как она быстро открывается и так же медленно, сука, закрывается. Побежали. Блять, ты прикалываешься надо мной? Так тоже. Давай, открой. Не, ладно, здесь есть стены. Может, я сюда могу? Хартам, понял. Идем дальше. Не понял. Все понял. Еще один босс, серьезно? Ты прикалываешься? Бля, я забыл у ворот. Ты прикалываешься? Немедленный тупой.
хочу. Бля, понял. Понял. Не понял. Ладно, понял. Не понял. Понял, не понял. Блять, прыгать надо. Не понял. А чё, хп это мне не мешает? Не тебе что-то так? Понял, понял, мне не выкабинивал. Так, я скорее всего сейчас погибну, хотел бы там что-то живить, а хотя нет, это просто дело скоро. Блять, не то нажимаю, не то нажимаю. Не надо, и Данте ты не то делаешь. А, понял. Нет, давай. Что все пути туда нападал? Не отписать. Надо немножко подпилить. А нет, подпилиться. Ага, то есть даже одной нет. Белый шар. Кристалл со сгущенностью восстановит вашу волшебную силу. Ну сразу тогда использую. Не понял. Данте, пожалуйста, можешь переключиться на то, что возле тебя? Спасибо. Вот и волшебные силы у меня больше не будут. Альянс. Тогда надо подпилиться. Бегаем немножко. Ну нет, подпилиться тут, блять. Так, понял. Вот это странно, если честно. Действа я сейчас совершаю. Блять. Блять, Данте, не надо переворачивать. Правда, не особо понимаю, что я сейчас делаю, но хотя бы немножко его восстанавливаю. Погибать не особо охотно, но думаю, я погиб. Да. У меня сразу исчезает это. Ну, блин, она очень-очень-очень слабая. Она очень-очень слабая. Вот и погиб. Ну да, то есть она очень слабая. Вот. Это, скорее всего, из-за желтого шара. Я не ожидал. Но удел. Не шутка. Понял. Это, скорее всего, из-за белого, из-за желтой сферы. Хотя обычно должны... О, мотоцикл. Хотя обычно должны спрашивать. Я хочу ли я использовать ее? Плавать не умею. Понял. О, оружие, стреляющее дробью по большой площади. Вкусняшку дать. Нет, не хочу ездить. А, не нам. Что это на пятом? Ладно, что, конечно же.
Так, расходуемая вещь 4. Ну это ну, так получилось. Так, сохраняем игру, и на этом мы заканчиваем. Да, первые 5 слотов для Данте, вторые 5 слотов для Херпа Николаевича. Я ее имя не запомнил, но имена у меня отвратительные. Ну что ж. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.